Всем доброе время суток. Я тут высмотрела у мастера Сергеевича, канал такой есть, интересный кашпо. Подвесить можно, ну, на дерево. Они подвесили на дерево, можно, допустим, на веранду куда-нибудь. Мне как-то больше нравятся купленные такие кашпо, чтобы красивые были, полусферические. Но эти вроде бы как бы так показались ничего. И я решила сделать такие же. Вот я из квадратной 5-литровой бутылки вырезала. Ну, можно из круглой, из квадратной. Вырезала вот такие вот на две полосочки сверху. Отрезала две емкости. Сейчас я их обезжирю ацетоном и покрою акриловой краской. Жалко, конечно, маникюр, только руки я чистила после огорода. Но придется пожертвовать. Отлично ацетон снимает остатки от этикетки. И теперь я буду все делать, как они делали. И теперь вот я не кисточкой буду, а со старой мочалки губкой буду наносить акриловую белую краску. У меня очень густая краска. Я ее разбавлю немножко. За 10 минут я две штучки покрасила. Нам не обязательно добиваться идеального цвета, потому что мы сверху сейчас будем декупажить, то есть приклеивать салфетки. Ну, можно сделать, допустим, кто не хочет заморачиваться с салфетками, с картинками, можно просто разных цветов разукрасить. И будет очень красиво разрисовать ромашками, горошком. Тоже будет красиво. Но мне просто интересно. И я приклею салфетки. У меня есть краска, конечно, но мне интересно просто. Я купила новые салфетки. Я нашла один магазин, где много-много... Ну, они двуслойные, правда, салфетки. 52 рубля, что ли, упаковка. И там видов 20 или 30 разных. Прям глаза разбежались у меня. Я взяла вот такие вот с розами. У меня выбор небольшой. Кто меня смотрит, знает все мой ассортимент. Вот такие маки у меня. Они мне уже порядком надоели немножко. И вот такой виноград у меня этот, фикс-прайсовский. Ну, на кашпо виноград я не буду, конечно, делать. Маки мне надоели. Они у меня везде на тарелках. Там что я еще делала. А вот розы новые попробую. Можно, конечно, повозиться и сделать вообще интересный кашпо под такую под старину. Где-то сделать декупаж салфетки с виноградом. А где-то даже вот этот виноград приклеить. Это я приготовила все зеркало, хочу делать. И сейчас вот некогда. Вот у меня же такой виноград есть, маленький. То есть можно сделать очень интересную вещь. Но я попробую сейчас. Если мне понравится, то можно будет еще сделать что-нибудь интересное. Для балкона, допустим, можно сделать кашпо. Такое красивое, с виноградом. Вот такой двойной виноград мне нравится. У меня получился очень красивый. Он на самом деле лежит. Вот такой красивый двойной. У меня, ну, в смысле, две веточки. Он так получился красивый. Ну, когда-нибудь я займусь зеркалом. Там, в принципе, немножко уже осталось доделать, будем так говорить. Ну, потом все это буду показывать. Сейчас делаем кашпо. Ну, а теперь, как всегда, разъединяю салфетки. Нижний слой снимаю. Только вот почему-то с двухслойной салфетки тяжелее снимается нижний слой. Трехслойная, она полегче разъединяется. И вырываем рисунок. Так, салфеточка свободна. Но она вот здесь с нотами. Я не знаю даже, клеить ноты или не надо. Или только цветочек вырвать. Я уже объясняла, ну и все это знают, кто занимается декупажем, почему вырывают. Для того, чтобы не было
четких границ между соединениями. Просто берется и салфеточка вырывает, рисуночек вырывается, не ножничками обрезается, а вырывается. Край салфетки тоже надо обрывать, потому что он четко такой очерченный. Так, баночка просохла, сухая совершенно. Салфеточки вырваны. Клей у меня тоже густовой, синенький. Я сейчас отолью в баночку и водичкой немножко разбавлю. И еще такой момент. Если вот салфетка большая, и накладываете, и получается, что она не укладывается правильно. Значит, здесь делать надрыв и делать внахлёст или разрывать рисунок. Потому что у меня крупный рисунок, и оно, а банка же неровная. И сейчас буду я как-то изощряться, или надрыв сделаю. В общем, как-то буду изворачиваться. Так, когда салфеточку наклеили, смочили пальчик, и вот так разравнивать очень удобно. Выгоняйте воздух из складочки, чтобы прям хорошо пальчик был смочен. Чуть я оторвала ногти, не понравились мне. Ну, сейчас я клею и покажу. Так, что я скажу? Что не лучший способ клеить из крупных рисунков. Надо брать мелкий рисунок. Тогда это будет и легче, и проще. Потому что крупный рисунок тяжело подбирать, цветочки. Все это для тех, кто будет делать такое кашпо. Мелкий рисуночек самый удобный. Но у меня всегда так все. Мы легких путей не ищем. Так что буду дальше варить. И обычным способом накладываем салфеточку и со серединки делаем капельку и делаем разводы в стороны. Так удобнее. Больше нюансов, больше возможностей подвигать салфеточку, поравнять. Так, вот готовые две баночки. Я не придерживалась никаких рисунков. Сначала вроде придерживалась, потом клеила как хотела. И вы никогда не увидите, есть тут склейки или нет. Так, теперь вот это место я розовой краской закрашу, потому что можно зеленый, можно розовый. Здесь вот эти высохнут, и наждачкой немножко я их сглажу. Когда хорошо уже просохли, все сухое, все выровнялось, нет ни складочек, ничего. Даже по-сухому я вот так где-то складочка проводила, и все разравнивалось. И я не акриловым лаком покрою. Все-таки я планирую, чтобы на улице это висело. Покрою вот таким лаком. В два раза. Так, маркером я наметила места проколов. И сейчас муж мне поможет этим, вот этим паяльником сделать дырочки. Ну, можно, наверное, любым горячим гвоздем проколоть. Ну, раз есть паяльник, значит, будем делать паяльником. Так, теперь я нарезала 4 шнурка вот такие, любые, веревка или шнурки, но у меня получилось, что они немножко как бы тянутся. Если не тянутся, там, ну, значит, смотри, пойдет так. Пойдет. 96 сантиметров. Хорошо. Ну, метровые надо. Я решила не заморачиваться со всякими узелочками. У меня вот такие колечки есть. Они ковровые называются. Раньше пришивали их коврам и вешали на стенку. И вот так я решила сделать. Сейчас покажу, как это делается. И с внутренней стороны на внешнюю просовывается шнурок. Теперь к шнурку привязываю колечко на 2-3 узелочка. И зажигалочкой, так как шнурок синтетический, зажигалкой отпаливаю, чтобы 100% уже ничего не вылетело. Вот так на колечке 3 узелочка, и кончик я опалю зажигалкой.
И на конце получится такая бомбушечка. Так как дырочка не маленькая, это позволяет все эти узелки просунуть сюда вовнутрь. И сверху остается только колечко. В это колечко продеваем второй кончик. И получается вот такая висюлька. Сейчас я сделаю все остальные стороны так. Можно просто не заморачиваться, просто на узелках сделать. Мне показалось, что вот так на колечках это будет смотреться поинтереснее. Вот можно даже одинарное такое кашпо сделать. Вот. Ну, раз уж я взялась двойное делать, значит, буду доделать. Второй кашпо фиксируется также. Это же веревка, которая идет от первого кашпо. Половину сложили, половину отметили. Также в дырочку я проделала с внешней стороны вовнутрь, предварительно завязав на нем колечко. И также вовнутрь проделала и высунула сюда через колечко. То есть вот так у меня с обратной стороны. И сейчас проделаю остальные также. Здесь я завязываю уже на один узелок, потому что будет натяжение, и этот узелок будет только тоже затягиваться. С внешней стороны вставляю шнурок, с обратной стороны его вытаскиваю и сюда в колечко опять вставляю. И получается такая же висюлька. И смотрите, как из ошибок иногда получается интересное решение. Вот я начала вставлять просто неправильно. Надо же было друг на друга вставлять. И теперь у меня получается как бы неправильно. Но выход есть. Я просто сделаю разворот. И получится сбоку крест-накрест. Тоже интересно. И теперь, чтобы на противоположной стороне добиться такого же эффекта, здесь надо уже преднамеренно не прямо все это соединять, а преднамеренно делать крест-накрест. И сейчас я скажу, как легко отрегулировать. Видите, вот у меня криво висят они. Я сейчас скажу, как легко отрегулировать потом уже на висячие, потому что очень тяжело так разметить. Так как вы отрезали все 4 шнурка одной длины, вы их соединяете, фиксируете. Фиксировать я буду вот на такое колечко, которое для ключей. Ну, здесь все просто, можно даже в клей обмакнуть, потом в колечко. Потом зафиксировать таким же шнурком. Сейчас я сделаю и покажу. Я проделала вот так в колечко и вот огрызком. Вот у меня остался небольшой кусочек этого шнурка. Просто сейчас обмотаю и зафиксирую. Выглядит это вот так. Я сейчас конец обрежу, опалю и потом просто тупо пришью. И все, не буду больше заморачиваться. Вот так у меня получилось. Теперь начинаем регулировать. Я ослабила узелки просто на колечках и опустила до нужной мне высоты. И так оно легко регулируется. Для наглядного примера я сняла вот это кашпо, которое я тут показывала. Висит у меня на балконе. Земля насыпется, все это утяжелится и будет примерно вот так. Можно даже оставить и на балконе. Красиво будет. И когда будут вьющиеся цветы, будет вот так красиво. Даже ни рисунка не видно, ничего. Но мы же знаем, что это красиво. Делается это быстро. Меньше бутылок будет валяться, так что делайте, украшайте свои участки. Я уверена, что у ваших соседей такого не будет. Если, конечно, не я являюсь вашей соседкой, потому что у меня будет. Так что вот так. Идея не моя, исполнение мое. Ну, кое-что я добавила свое. Это вот то, что на колечках. И то, что перекрестный такой этот. Мне это даже очень понравилось. Так что бояйте, пожалуйста. На этом заканчиваю. Всем мира и добра и пока-пока.